Сандрайдинг начинается с трех простых трюков. Мы сейчас покажем их вам. Сегодня хочу представить сразу заранее. Перед вами выступит команда Legend Star Team в своем полном золотом старом составе. Это я, Марат Канкадзе, Юрий Верховников, Валерий Кулеша. А также нас поддержат райдеры из других команд, которые тоже представят свою программу. Их я представлю чуть позже. А мы начинаем так называемое погружение в стандрайдинг и расскажем вам, кто из чего состоят наши трюки и из чего состоит каскадерское искусство. Итак, самый первый трюк, с которого начинается стандрайдинг, это вилли, продемонстрирую его я. Это простой проезд на заднем колесе, когда райдер едет и достаточно активно балансирует. Сделаю его еще раз. И даже усложню его отпусканием одной руки. Делаем так называемый вилли ван хэнд. Давайте поддержим. Все, что мы делаем, только для вас. Следующий трюк в стандрайдинге – это стопи. Проезд на переднем колесе. Поприветствуем Юру Верховникова. Прекрасный контроль. Юра выступает на мотоцикле Kawasaki 636, объем двигателя 660 см. А также мы попросим Юру продемонстрировать еще один трюк, из которого состоит стандрайдинг. Это бурнаут, так называемое лучшее положение стандрайдинга, называется лягушка. Мне совсем не просто. Вы думаете, это просто рассказывать и делать трюки? Поэтому это все для вас, уважаемые зрители. Thank you.
Спасибо.